штук в упаковке. Сошло? Угу. О, 300, наверное. Первая рыбешка. Итак, привет, ребятушки. Сегодня мы вырвались с Андрюхой на охоту. Уебаем по РТШу. Не знаю, что будет, но постреляем чуть-чуть, это точно. Наверх не летать. Один раз. У вас много сетей, да, стоит? Не, однако. А если не лучше, да. Мы их затронем раньше. А что, мелкая, крупная? 32. А что, крупная? Сошла? Угу. О, 300, наверное. Первая рыбешка. На Енисей там мужики вообще ловят, там пиздец. Ну я на Енисей пароход перегонял, я. Ну это они, наверное, день по. А где, не сколько сеть? По этим речкам боковым. Ну. В Бахте. Не были там? Нет. Ну что, ребятки? Два местных аборигена проверили сеть. Короче, Тараковку, да? Да. И, короче, поймали всего одного судачка. Сами видели. За полмесяца, говорит. Мне с трудом верю, что за полмесяца. Скорее всего, это не так, как незнакомым людям сказали, что одна сеть. Я думаю, из-за одной бы сети никто не ходил. Тем более, вон мешок будет. Да. Накопят дохуя. Вот такие дела. Ружьишко не расчехляли. И нам надо ехать вон туда. Там он, короче, ребятки, сосняк на той стороне. Туда и пойдем. Решили зарядиться, ребятишки. Все снимаю. Вот, ребятки, тропинка заячья. Охуенная еще тропинка. Одна. Да. Вот. Короче, так просто их не видно. Петли ставить тоже далековато ходить. Вот иду, нашел целую дорожку заячью, вон там и здесь. Так, ох, как будто пьяный. Вот. Ну что, ребятишки, видели мы следы заячьи, блин. Прошли километра 4 приблизительно. Сейчас вот решили чайку бабахнуть чуть-чуть. Посидели, подумали, думаем, сейчас, наверное, зайдем на остров и похуярим по острову. Потому что заячьих следов вдоль берега очень много. Ну и может быть зайчика где какого дурного встретим. Хуй его знает, будет он там или нет. Угу. Вот. Ой, ладно.